Eu só mesmo, eu não. Você pode colocar o na meu blink, Chico? No rádio de hoje, eles apagam isso. Rádio de hoje. Yeah. Tu pringa lot na cartão. Que ты тридат? Все поели, кроме тебя. Ты за троих. Помогите, блядь! Помогите! Люди, кто знает, что я боюсь летать, забудьте о том, что я боюсь летать! Я боюсь вот этой хрени! Да ебать, мне не страшно, все нормально. Я нервничаю. Блядь, я тогда в самолете один раз это пережил, а здесь придется переживать это. Это вообще не очень приятная ситуация. Вот что это? Гриша, ты не мог покрикнуть так еще раз? Понравилось тебе на острове там? Мне понравилось. Там мороженое по 10 тысяч. Вот здесь такого не найдешь. Я здесь думаю, московский здесь... вокзал. Я думаю, что здесь все 20. А это обдираловка. Юль, ты пила что ли 53 дня? Манго джуз. Манго джуз? Манго джуз. Only манго джуз. Тебе понравились два денечка-то? Да, Мальдивы для бюджетника. А ты не думаешь, что бюджетники за 16 косарей туда уехали? Это только дорога. Рублей? Нет. То есть это не важно? Не важно. Все не важно. Зато там мороженое по 10 тысяч. Да. Ну, хватит уже. И доплыли мы до статуи, точнее, дошли до них бесплатно. А не за 600 тысяч, как нам предлагали. Так, потому что мы нищие, у нас денег не осталось. Мы туда приехали мы без денег. И плавали мы не в ластах. А как вы думаете, в чем? Голь на выдумку хитра, потому что голь на выдумку хитра. В кроссовках мы плаваем, да. Мои отличное, кроссовки, кстати, изобретение. Мои кроссовки можно выкинуть после этого. Не, нормально. Лучше не гони, конечно. Ладно, итог какой? В общем, зачем мы приехали на острова, мы все увидели. Даже черепашек. Да. Давай, я у тебя вот эти лживые лица. Давай, я у тебя спрошу. У меня не надо ничего спрашивать. Я... Да, спасибо. Пусть первый киньте меня камень, что я сказала неправду, что мы видели черепашек. Да. Мы начали лгать здесь, как болится. Нет. Вот пусть первый. Да, ладно, хорошо, мы видели черепашек. Все, я понял. Я права. Так что, статую видели, черепаху видели, белый песок с голубой водичкой видели, кораллы видели, рыбок видели. Дон. Thank you. Слушайте, у нас обои большие кровати. У вас то же самое, наверное. Да, у нас то же самое, только вход с другой стороны. Слушайте, а где раздельные кровати? Нет, они одинаковые номера наши. Хорошие. Мы решили, что к вам будем гости ходить. Почему? Большой кровать. Потому что у вас больше площадь должна была быть. Мы планируем разрисовать у вас. А мне нравится, как сделано. Да, мне нравится, только все со временем. Так, вот, подожди, здесь. А это видно, что... Там занавески разновешивают большие. Происходит на улице. Да. А еще мне нравится, как тут пахнет сыростью. Вонючести, да, какой-то? Он первый раз наконец не долбит кондиционер прямо в тебя. Он долбит чуть-чуть. Да. Прикольный дом, да? Построить себе такой же, вот, гляди. Так это легко, коробка. По факту вот все. Да, я тоже снимаю нам этот номер. У меня вторик, ой, мне
Да. А еще свет. Ну я как ёбнул разочек, дверь перекрывает сразу же. А еще где-нибудь свет есть побольше света? More света, more. Да, я думаю, есть. Или нет. Стильненько, да? Я вообще не вижу выключателя. Где здесь вон? Так, не понял, где мой телефон? Он был у тебя. Я понял. A shower cup. А мыться-то где, блядь? Около ёб... Да вот! Около... Зато мы можем ходить... Около плиты? У нас есть где сидеть. Такой приготовил, раз, помылся сразу, нормально. Смотри, у нас есть где сидеть, мы можем ходить... Да, тут целый это... Там туалет, да? О, это самый милый туалет, который я когда... Ну подожди, стой, стой, стой! Ага, и все. Просто... Просто за шкаф. Да, у них за дверь. Лёш, нашёл телефон? Да, нашёл телефон, подождите, я сейчас потому что мы звоним людям. Смотрите, тут есть кофе, чай, сахар. Прикольно то, что здесь все видно. Чайник полноценный, плита, ты можешь тут готовить. Ну-ка. Ух ты, посуду, смотри, что написано, что будет. Одна, две вилки, одна ложка. А вот здесь вешалочки, смотри, какие милашки. Шампунь, кондиционер. Я впервые вижу. Юль, я впервые вижу, что был кондиционер. Шампунь, да. Кондиционер. Органик, и... да. Я хотела смотреть, сколько стоит это. Ну, чипсы халявные? Нет, да, это конечно. Бар. Ага. Вот тебе бутылочка воды. Сколько стоит, интересно, снеки? Лед даже есть. Ты что, не забудь? Здесь стоит 12 тысяч. Слушай, ну прикольно, да? Ну, у тебя прям как такая современная дом. Квартира. Дом у тебя, да, дом. А, вот смотрите-ка, тут что-то можно... Какие-то брошюрки, типа, всякие. А это разные лофты. У вас лофт 3. Это типа... У нас дом открыт, мы просто вышли и все, и плевать. Да. Угу. Ну, больше всего мне нравится запах. Запах мокрого асфальта. Смотрите, вот здесь можно что-то приготовить. Вот здесь сейф есть, вот здесь какая-то хрень. Да мы не пользуемся сейфом. Вот здесь денег шаувер. Нет. Нам нечего там хранить. А смотрите, здесь есть ближайший ресторан, у них расписаны. Да. Так, то есть как включается лампа? Потому что поставил яичницу и там, и там. Это галочку, то есть.
Вы довольны? Да! Я ждала проливного дождя. Как из моря. Знаешь, просто сюда. Только не соленый.